К уборке снега в Актобе подключились местные волонтеры. Десятки студентов вузов и колледжей работают на территориях главных объектов города. Помогать, по словам организаторов, они будут в течение месяца в рамках благотворительной акции «Сила в единстве». Помимо мест массового скопления людей, молодежь чистит снег на территории социальных объектов, а также вокруг домов одиноких пенсионеров. Акция проводится по всей области. Всего в мероприятиях благотворительного характера будет задействовано порядка 3000 волонтеров. Радует, что молодежь подключается активно и занимается полезным для общества делом.